немножечко растрюхнем, ну да, ну да и ладно. Вот мы тут на пляжике. Это видео стало предпоследним в жизни Дианы из Липецкой области. В СМИ ее будут называть моделью, но на самом деле 20-летняя девушка училась на хореографа и подрабатывала диспетчером в такси, чтобы скопить на поездку на море, ведь она никогда в жизни его не видела. Кайф! Водичка! Ой, холодная какая сейчас! Все, едем в Усмань. Не так давно Диана рассталась со своим парнем и поняла, что пора осуществить свою давнюю мечту и ехать на море. Вместе со своим 31-летним другом Андреем 15 июня они приехали на поезде в Сочи. Сразу пошли на пляж, и Диана записала вот это видео. На нем даже звучит точное время. Ну, голуби — это база. Я это сейчас канал выложу, придурок. Ну ладно, прислушаюсь. Ну да, тебя тоже. Ну ладно, время 7:38, ничего страшного, я думаю. А вечером они пошли в клуб вместе с другом Андрея Денисом из Воронежа. Клуб закрылся, и на рассвете они решили снова сходить на море, которое в это утро было крайне неспокойным. Вот тогда и было снято это роковое видео, которое стало последним в жизни Дианы. Андрей и Диана стояли на мелководье, как вдруг волна сбивает ребят с ног и утаскивает Диану. Андрей, как он потом уже расскажет, растерялся и надеялся, что следующей волной Диану вынесет обратно на берег. Но нет. Когда Андрей кинулся за Дианой в море, уже было слишком поздно. Через несколько часов он позвонит ее сестре и скажет. Он абсолютно спокойным тоном, абсолютно нормальный, без паники. Говорит, Ань, слушай, это Андрей, тут, короче, такая ситуация случилась. Дианка утонула. Я говорю, в смысле утонула? Ну, утонула. Я говорю, ну, в смысле утонула? Ну, вот так взяла и утонула. Я говорю, вы что там, прикалываетесь? Это трагичное видео облетит фактически весь мир. И в комментариях будут споры, кто из ребят кого тащил в воду, а кто сопротивлялся. Вот версия Андрея. Я ее как бы за руку схватил, Ардиан, ни в коем случае, посмотри, какие большие волны. Тебя сейчас можешь снести. Ну, тут она, конечно, начала от***ть меня. Я сама разберусь, типа, ты мне кто есть. И потом мы где-то минут 5-7 мы ее видели, ну, вдалеке. И потом все, она... Спасатели искали Диану почти 5 суток. Родственники до последнего верили, что ее найдут живой. Мы ходили и в церковь, и молились, чтобы нашли живой. Ну и как-то, не знаю, все равно в душе кажется, что она живая. Просто где-то либо в больнице лежит, либо кто-то помог, либо спас. Потому что даже тело не найдено, зачем хоронить? 20 июня тело Дианы нашли в 2 километрах от пляжа Ривьера, с которого ее унесла волна и на котором она впервые увидела море. Talk to you better.